95 килограммов в рывке, 115 в толчке. Ну, с этим результатом, конечно, в этой весовой категории сложно рассчитывать даже на медали. Да, ну, будем надеяться, что Оксана Сливенко будет еще радовать нас победами. Пусть она сейчас спокойно тренируется. Надеюсь, на чемпионате мира осенью мы ее увидим. Патриция Пишавяк из Польши. Одна из тех спортсменок, кто в рывке показал результат 100 килограммов и больше. Но вот Патриция Пишавяк пока идет на шестой строчке по итогам рывка. 100 килограммов ровно. Сейчас 117 первой попытки. Сразу захватывает лидерство. Но не забываем, что еще несколько участниц...